кислица какая. Огромная. Два роста человека. Она высокая. Утро. Мы идем на рыбалку. Это речка Лютого. Поймал? Вова. Вот, тащи, тащи. Так, упустила уже две рыбы. Две горбуши. Одну уже почти на берег вытащила. С крючка сошла. Дразница. Это кто меня поймал? Нет? Подожди, я поймаю. Подожди. Тащу, тащу. Ну вот, ну повыше, повыше, а то. Ой. Фу, до нее, до нее. Сейчас, подожди, что-то у меня тут скрутилось. Ой. Подожди. О, горбуля поймал. Так. Ой. Хорошо взял, да? Да, он это все. Так, вот она, моя рыба. Пова, на телефон меня сними, а то же я себя-то не снимаю. Вот. Смотрите на поплавочную снасть. Вот. На креветочку. Съела она у меня. Так вот. Ой, я сюда поймала. Это третья. Две убежала, третья. Так, Вова, давай-ка это. Кого? А, ножик мне дай. Я подрежу. Я ее подрежу. Я выключаю. А где у тебя нож? Скажи.
меньше крови будет. Вот моя рыба. Здорово. Поймала, да? Куда мне кинуть? Давай уже съешь. Ходит. Ну и дохуна такой, не каждый берет. Не хочет кушать. Че, поймал? Ушла? Нет? Не хочет. Ну давай, тащи ее повыше. Тяжелая зараза. Вот еще одна. Ну когда же самочки будут? Вот какая горбатая. Тихо. Так, все. Вов, ножик мне кинь. Нет, побери.
быстро. Так, уже свечерело. Сегодня у меня было 2 схода и 2 горбуши я поймала, вытащила. Вот. Приехали немножко поздновато. Говорят, с утра хорошо было. Так, рыба есть, ее много. Плещется. Завтра хотим еще с утра съездить, так что если завтра будет рыбалка, будет. Если я что-нибудь завтра поймаю, значит, будет еще одно видео. Вот так вот у нас по выходным всегда забиты дороги. Едем еле-еле. А тут 30 километров. Чуть больше, может быть. Всю дорогу медленно, медленно едем. Видите, как там все забито. И назад, вот, видите. И сзади тоже все забито. Вся дорога забита. Все, стоим. Что там происходит, непонятно. Может, авария? А может быть, пробка просто. Машин полно. Суббота, воскресенье у нас лучше вообще не выезжать за город. Полдня в пробках простоишь. Сначала утром, чтобы выехать, потом вечером, чтобы заехать. Вот такие дела. Сейчас приедем домой, я не знаю, я хочу, наверное, пельмешек состряпать. Так, вот, перекрутила уже филе горбуши. Добавила сюда соль, сейчас там у меня лук, чеснок, кусочек хлебушка, мякушки. Сейчас посолю и поперчу. Сейчас нужно это все хорошо перемешать. Так, вот наше тесто. Нужно его еще чуть-чуть помесить.
мягкая. Я думаю, не стоит рассказывать рецепты. Все как у всех. Мука, вода. Все замесили. Нарезали вот так вот. Раскатали. Фарш тоже там. Еще такого лук, чеснок, соль, перец. Все по вкусу. Вовочка воду поставил. Сейчас будем отваривать. Ты их быстренько-быстренько тоже слепятся. Чё по одному? Всё сразу забросил. Ну, чтоб не пошпарило. Бросил, тут же раз руки убрал. Потихонечку, потихонечку, не порвать. Ну вот, уже закипают наши пельмешки. Я снимаю. Сейчас попробуем. Посыпали укропчиком. Такой запах вкусняцкий. Угу. Вкусный? Вкусный. С маслом. Запах только пошел. Приятный. Прям не отходя. Только что сварили. Заправили. И едим. Вкусно. Кушать хочется просто. Почти весь день на речке. Так, а эти пельмешки мы уберем в морозилку. Сейчас пересыпем здесь мукой. Всем спасибо, что вы посмотрели это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока. До новых встреч!